Всем доброго времени суток! С вами Татьяна из Норвегии. И в сегодняшнем видео я вам покажу фавориты и разочарования 2022 года. Ну, так уж получилось, что я вам каждый месяц показывала свои разочарования и фавориты, конечно же, и Проскользнут тут те продукты, которые вы уже видели. Ну, оно как бы и логично. Хочу я начать со своих разочарований. И это абсолютно все бронзирующие продукты, которые у меня есть. Ну, вот, например, это те салфетки, которые вы сейчас видите. Это Салфетки от L'Oreal, абсолютно не нетронутые, для лица и тела. И тут что-то тут тоже для лица и тела. Это, кстати, российского производства, а это ну, наши здесь местные. Также это а, вот такие вот салфеточки от бренда Kix. И это вообще мое такое пожизненное разочарование, можно сказать, а, потому что я вообще не понимаю вот этих вот всех бронзирующих а, средств, кремов каких-то бронзирующих, особенно вот этих салфеток, то ли у меня кожа какая-то не та, но, в общем, они ложатся очень неровно на коже, оставляют какие-то пятна, и, ну, в общем, это то, что я никогда в своей жизни не куплю, и я не знаю, советовать вам покупать или нет, это уж вот как бы сами делаете вывод, но вот мое самое большое такое, не только разочарование 22 -го года, ну и вообще еще раз повторюсь, что пожизненное такое разочарование, которое ну, абсолютно ничего не делает. Я имею в виду вот эта категория продуктов. Далее следующее следующее это ну, тоже в последнее время разные бренды косметические выпускают продукты для удаления лака. Без ацетона, добывает да, и даже и с ацетоном. Три в одном вот перед вами какая-то такая вот неизвестная мне категория. Вернее, не категория, а неизвестный мне бренд The Hand Brand. В общем, я купила здесь, у нас в Норвегии этот продукт, и он абсолютно ничего не делает. Это уже, знаете, какой по счету у меня бутылек, я не знаю, с которым я прощаюсь. И ну вот, разочарованием в последнее время становятся вот такие вот удалители для лака без ацетона. Они абсолютно ничего не делают. Даже, знаете, ну вот если, например, вот у меня сейчас маникюр такой, новогодний. Здесь у меня, конечно, и блестки нанесены, и покрытие имеется гелевое. В общем, даже если бы у меня все, все, всей вот этой вот мишуры новогодней не было, был бы просто один лак, вот это вот средство, оно абсолютно не работает, оно даже не удаляет лак с ногтей. Я уже не говорю о вот, каких-то таких спецэффектах на ногтях. Я не знаю, что с, с продукцией в последнее время произошло. Вроде, в, вроде они как-то обновляют формулу. Но, ну вот, по-моему, уже третий у меня продукт, который абсолютно не работает. Особенно если это ацетон-фри, особенно если это три в одном. Все, это значит, можно даже не смотреть в сторону этого продукта. Ну и последнее, что я вам хочу показать, то, что у меня вызвало разочарование, это два продукта от Катрис. Эти два продукта, это прежде всего, хочу назвать, это карандаши для бровей, причем они разного оттенка. Один я, по-моему, покупала, а второй мне приходил в адвент-календаре. И оба. Я очень люблю продукты для бровей. Это может быть и ну, какие-то вот тени, например, для бровей, или карандаши, или еще что-то. Но вот захотелось попробовать что-то нового для бровей. И я, по-моему, сначала заказала один карандаш, а второй мне пришел вот в адвент календаре, как я и сказала. Но они оба абсолютно не рабочие идет вот такой вот небольшой небольшой такой оттеночек дает вернее оттеночек вот этот вот карандаш бровям но я тут вот очень сильно стараюсь чтобы получился этот оттенок а так конечно ничего хорошего на бровях эти карандашики не делают ну вот обычно мы как бы нахваливаем продукцию катрис и Essence одного одноименного концерна Коснова. И вот, кстати, они сделаны в Германии, вот эти вот два карандашка. Но я, честно говоря, ну, не ожидала от этих карандашей вот такого подвоха. В общем, они... Вот здесь вот как бы краска такая неплохая даже, особенно вот у этого коричневого оттенка идем браун. А так вообще, конечно, не очень хорошо они работают на бровях но я их знаете наверное все таки еще выбрасывать не буду попробую еще поработать с ними может быть они как бы поначалу не очень хорошо ведут себя может может быть потом как-то разработаются но вот пока вот такие вот разочарования это вот самое что как бы ну, из из того что очень не понравилось мне в этом году. Вот, ну, я бы, конечно, тут еще выстраивала целю, целую категорию продуктов, но давайте теперь о положительном. Хочу сразу сказать, что мне, как любителю косметики с большим стажем, есть что сказать в плане косметики, потому что я, ну, в плане того, что работают средства или нет, потому что я за свою косметическую жизнь очень много чем воспользовалась. Я люблю косметику уже, ну вот где-то я с лет с 12, еще Советский Союз, когда был 12 лет мне было, и я вот с тех самых времен постоянно что-то покупаю, постоянно что-то чем-то пользуюсь, получаю в подарки и так далее. Поэтому вот и на протяжении всей моей вот этой вот косметической жизни а у меня большой восторг вызвали только два продукта, которые действительно работали на мне. Это случилось как бы ну, давненько, уже лет 10 тому назад. До этого времени я никаких особых косметических эффектов, я говорю сейчас об уходовой косметике, не наблюдала. Но вот однажды мне подарили крема от, и маску от Mary Kay ночной, дневной крем и маску. И я, конечно, была очень сильно удивлена. Я никогда не выписывала ничего от Мэри Кей и не собираюсь там ничего выписывать, потому что это косметика, которая не для меня. Но она мне не нравится просто. Даже не могу объяснить, почему. Но вот эти вот я крема бы повторила. Я проживаю в Норвегии, и я как-то была даже один раз на таком вечере презентации от Мэри Кей у своей соседки норвежки она меня пригласила ну конечно цена по которым там предлагались в каталоге эти крема я конечно не, не хочу такие крема вернее за такую цену покупать эти крема потому что я сравнила сколько они стоят в российской федерации стоили они гораздо дешевле но вот это действительно те крема которые делают мою делали вернее мое лицо очень ухоженным Омол... О... Омолож... омоложенным <laughs> или омоложенным, как правильно сказать. В общем, кожа была как молодильное яблоко, светилась, причем от маски она была более или менее такой ухоженной несколько дней, дня три это точно. И еще один меня продукт поразил, это были патчи под глаза от бренда Доктор приер Рико. Они тоже действительно работали на десятку. Они полностью разглаживали мои морщины. И, ну, какие вот тут у меня есть. Я не скажу, что у меня прям такая кожа уж морщинистая вокруг глаз. Есть, есть какие-то гусиные лапки, но они, слава богу, не глубокие, потому что я постоянно ухаживаю за собой. Ну, так вот, а вот эти вот патчи, они были просто волшебными, фантастическими. Я эти продукты постараюсь вставить в видео, если я найду какую-то информацию о них. Я бы тоже их купила, повторила, но, к сожалению, в Норвегии продукция доктор Пьер Рико не продается, не распространяется. Но вот в этом году, в 2023, мне очень понравились патчи от бренда Star Skin. Они точно так же работают, как и те патчи от доктор Пьер Рико. О которых я сейчас рассказывала. Они тоже действительно хорошо все разглаживают, делают кожу отдохнувшей, посвежевшей. Это серия Gold Foil Eye Masks. И, в общем, я хочу их купить, посмотрю цены и. Если не такая уж большая цена будет, то я обязательно куплю, потому что это продукция, ну, вернее, вот эти вот патчи, они мне приходили в коробочке красоты от Look Fantastic. Следующее, что я обязательно закажу и куплю, это продукцию от Кристоф Робин. Мне очень понравилась вот эта маска для волос, это для меня открытие, это действительно продукт, который работает на волосах. Это была маска с алоэ вера увлажняющая. В общем, мои убитые волосы, они у меня окрашенные, блондированные. И они просто, ну, заиграли так сказать, <laughs> если можно выразиться и применить этот термин к волосам, они стали такие живые какие-то появился такой слегка красивый блеск. В общем я я хотела до нового года приобрести продукцию от Кристоф Робин, но как-то там скидок особо нет. В общем можно купить только на сайте Лук Фантастик у нас здесь в Норвегии. И пока там особо скидок нет, поэтому я вот как сейчас как бы нахожусь в стадии охотника такого. В общем, охочусь за сценами на продукции от Кристоф Робина. Хочу купить и шампунь, и бальзам-ополаскиватель. Кстати, у меня когда-то а, были продукты для волос от Керастаз, но это небо и земля. Кристоф Робин, конечно, это э, новшество, это такая, мне кажется, продвинутая технология. Это какие-то вообще даже новые технологии, которые здесь используются, которые помогают нашим волосам. И еще для меня тоже открытие стало, э, я так сказать, раскушала. Раньше я как-то... Ну, есть ритуал есть, а вот сейчас я раскушала этот бренд, который мне очень-очень понравился. И это шампунь а был у меня, миниатюрка от Rituals, увлажняющий и питающий с органовым маслом, и «Шикакай». И э, я тоже хочу заказать этот шампунь, он тоже прекрасно просто работает, чудеса делают так, такие же, как и продукция от бренда э, Кристоф э, Робин. Но э, я, вы тут не случайно видите календарь от э, какого-то бренда, и я этот бренд вообще ставлю на первое место, и этот бренд называется Клиник. От бренда Клиник мне больше всего понравились средства. Они действительно работают. То, что написано на всех баночках, которые представлены, это средства, которые вообще меня удивили, удивили восхитили. И я хочу ну, в дальнейшем пользоваться только уходовой косметикой от клиник, потому что это действительно настоящие рабочие лошадки. В общем, я вам тут несколько показываю продуктов. Это средства от клиник All About Clean. И это очищающая такая маска. Так, прервали меня. Это очищающее средство All About Clean Mousse. Он очень экономный, очень такой просто удаляющий абсолютно все загрязнения косметические с лица. В общем, я просто поражена, как работа, работает это средство. Это была причем миниатюрка, и миниатюрка, которая ну, радовала меня своим <coughs> использованием какое-то долгое время. И вот еще хочу показать бальзам, который я сначала не поняла. Это <coughs> очищающий бальзам. Take the day off. В общем, это тоже место, как бы и молочка можно использовать, и мицеллярки. Это тоже такое средство, которое вот знаете, оно берет и все э, как-то таким чудесным образом оно растворяет и удаляет с глаз. Я все это превращается, знаете, смешивается очень быстро и достаточно быстро взять воды и все это смыть. Вот как он, как, как они работают. Но ну, а вот это вот средство, оно такое, знаете, как такая, что ли, даже не пенка, но небольшое количество надо брать, если взять много, можно переборщить. И оно не то чтобы вспенивается, но превращается тоже в какую-то такую консистенцию, которую я даже не могу описать вам. Это тоже средство, которое оно вычищает кожу до скрипа. Ну и, в общем, попробовав все вот эти вот средства, от клиник я поняла, что надо мне продолжать <laughs> охотиться на эту косметику. У них, как бы, у клиник, вот если покупать, давайте я чуть-чуть, может быть, опущу, вот если покупать, ну, как-то отдельно продукты, то они, ну, как бы и не очень бюджетно стоят. Давайте вот так чуть-чуть опустим. Они не очень бюджетно стоят, и, ну, хочется... Может быть, чего-то еще попробовать от этого бренда. Поэтому, знаете, я решила для себя. А, так, так как эти продукты очень экономные, то не заказать ли мне опять а, календарь красоты от клиник? И я его а, заказала. Он перед вами. Я честно открывала каждый день по окошечку а, от по, по окошечку от этого календаря. И вот в итоге у меня собралась еще такая несколько а, значимая а, артиллерия из продуктов от клиник. Что же было в этом календаре? Итак, это опять <coughs> уже полноразмерный продукт, который я вам сейчас только что демонстрировала а, мусс а, All about Clean, который прекрасно все вычищает с кожи, имеет такую магическую какую-то текстуру. Вот не могу его назвать ни мусом, ни пеной. Я не знаю, что это. Это какие-то тоже такие новые технологии, которые действительно работают. Абсолютно все продукты от клиник, они работают. Вот правда. Я даже не могу назвать, что не работает. Следующее. Это опять же вот то, что я вам сейчас демонстрировала. Take the day off очищающий бальзам. Я не знаю, можно, тут если открыть его. Вот он, знаете, вот он, он такой твердый, как воск, но его тоже как бы не совсем много нужно брать для использования, поэтому вот этой вот баночки может хватить месяца, ну у меня по крайней мере месяца на два точно, а вот этот вот полноразмерный продукт All About Clean этот будет у меня, наверное, вообще год служить, потому что он просто экономный. До безобразия. Не скоро превратиться в такую пустую баночку. Следующее тоже у меня был вот этот продукт серия Улыбаут All About, All About Clean. Это уже такое мягкое мыло, очищающее лицо. Далее мицеллярка. Тоже прекрасная, потрясающая такая двухфазная. Все удаляет. Так, это были средства для очищения, которые были в этом календаре. Теперь для ухода тоже полноразмерный продукт. Здесь был вложен увлажняющий крем Moisturizer Surge. Тоже прекрасно. Он у меня был и полноразмерка была у меня когда-то, и да не когда-то, в позапрошлом году я только использовала. Очень такая тоже долгоиграющая. Потом под глазки. Сейчас, кстати, у меня в использовании вот точно такой же крем. Поэтому оставлю, так сказать, в загашник. Этот крем и новинка. У меня такого, по-моему, еще не было. У меня много, ну, немного, но некоторые продукты с прошлых лет лежат от календарей от клиник. Они лежат у меня в запасах, поэтому, может быть, там еще и есть вот такой вот продукт. Я, честно говоря, точно не помню. Это тоже крем под глазки, но он более такой интенсивный против, если этот увлажняющий, то этот уже против морщин. Следующее это, давайте вот, наверное, нужно было с лосьона начать по порядочку. Затем это вот такой вот лосьон. Я не пробовала, честно говоря, лосьон, не знаю, что он из себя представляет. Затем серум. Вот в той же серии, что и крем под глаза. Серум против морщин. Затем это бальзам для губ увлажняющий. И э, сыворотка, которую у меня еще не было. Вот такая для ресниц. Сыворотка-серум. А теперь следующая. Скраб в этом адвент календаре был. Ну вот это уже все миниатюрки пошли. То есть тут, видите, есть и миниатюрки, и полноразмерки. Дальше это маска увлажняющая. Сейчас она у меня есть ночная, но более-меньший размер этой маски. Потом вот такое вот средство. Ну, это такая классика жанра от клиник. Эмульсия тоже увлажняющая. Я такие эмульсии использую для зона декольте мне нравится и крем для рук это вот то что было из ухода в этом календаре и есть здесь еще и продукты декоративной косметики ну прежде всего положили вот такой вот гаджет кисточку следующее это карандаш Черный. Хорошо, нужен мне очень, конечно. У меня есть в запасе. Но, тем не менее, интенсивный черный. Если хотите, даже продемонстрирую. О, он еще вот такой вот выкручивающийся. Так вот выглядит. Следующее. Это тушь для ресниц. Я ее не буду вам показывать. Тоже такая классическая от клиник классика жанра. Затем карандаш для губ от клиник Чаби, Чаби Шик. И это оттенок 07 Супер Стробри. Календарь я покупала с большой скидкой. Такой приятный очень оттенок. Не вырви глаз. Еще одно средство для губ. Помада в оттенке 13 Love Pop. И вот такой вот красивый оттенок. Еще даже не тестировала. Но вот она близка по оттенку к вот этому, что я вам показывала, карандашному. Такой вишневый цвет красивый. Следующее для щечек. Это вот такой вот, такие румяшки. Preach's Pussy. Розовый такой красивый цвет. Очень красивый, кстати. Вы знаете, можно и макияж сделать всеми этими продуктами сразу, если, например, тени в тенях вы не нуждаетесь. Посмотрите, какой красивый оттенок. Просто обожаю косметику клиник. Все такое здесь замечательное. Следующее это хайлайтер. Чаби И оттеночек 01, 01 Hefty Highlight. Ой, какой красивый, посмотрите, переливающийся. Шикарный просто. Так, надо обратить внимание на декоративку от клиник. И последнее, что было в календаре, это два парфюма. Первый парфюм, я не буду их описывать. Вот когда буду пользоваться, тогда уже и опишу. Это клиник uh, Happy знаете, этот ну, знаменитый от клиник. Я его очень люблю. Такой свежий, очень цитрусовый такой у него запах приятный. Ну, а второй парфюм мне не понравился. Но для разнообразия можно пользоваться. Это Ароматикс Эликсир. Здесь 10 миллилитров. И здесь очень такой терпкий, насыщенный аромат. Мне кажется, напоминает мне 80-е годы. Такую взрослую женщину какую-то. Не знаю, вот какая-то такая ассоциация. Довольно-таки тяжелый аромат или аромат, подходящий, например, восточным женщинам. Вот что-то такое. Ну, я люблю более чего-то легкого, как, например, клиник Хэппи. Но этот немножечко такой тяжелый аромат. И чем-то он мне напоминает парфюма от Эсти Лаудер. Ну, в общем, вот такая вот подборка продуктов получилась у меня в сегодняшнем видео. Спасибо вам всем большое за просмотр, если досмотрели мое видео до, до конца. Согласны ли вы с моими комментариями, с моими оценками? Я лично как бы, вот поделилась с вами а, теми а, впечатлениями, которые у меня появились в этом году, да и не только в этом году, на протяжении, как я уже говорила, всей моей косметической деятельности. Всех вас еще раз с Новым Годом, с наступающим Рождеством и увидимся с вами очень-очень скоро. Всем пока!